Добрый день. Еще один сюжетик из «Шары Цедек». Дело в том, что мы снимаем его в комнате, где ожидают приема в приемный покой родильного отделения. И у меня в шаббат возник вопрос, когда мы здесь находились, можно ли пользоваться вот этим кулером в субботу? Дело в том, что я хотел подумать, каким образом это работает. Здесь есть резервуар, который наполняется водой, и он остывает, да, в этом резервуаре. То есть это как бы такой, есть какой-то компрессор, который остужает воду. Теперь что происходит? В тот момент, когда я попил немного, вода уходит из резервуара, и берется вода из системы. И потом термостат, в зависимости, наверное, от наполнения, да, начинает его остужать. То есть получается, за счет того, что я попользовался, мое действие привело к тому, что термостат включит вот эту систему на охлаждение через какое-то время и быстрее включит. Вопрос, можно ли использовать этот прибор в шаббат? И мы хотим, чтобы вы написали на эту тему ваше мнение. Считаете ли это использование опосредованным, то есть разрешенным, в субботу, или это считается моим прямым действием, приведшим к тому, что вода начала охлаждаться в субботу. Понятно, если бы это нагревалось, это было бы нельзя. Да, но это речь идет об охлаждении. Поэтому мы задаем вам этот вопрос, ждем ваших ответов на нашем блоге, и потом ответим, как считают раввины больницы и как считаем мы. Спасибо большое. До свидания.